Вітаю, дорогі українці! Знаходимося на підприємстві виробництва зламосяких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Мова сьогодні піде про електрозамки. Электрозамки в нашем сегодняшнем видео мы рассмотрим разных типов, мы рассмотрим плюсы, минусы тех или иных типов замков, на что стоит обратить внимание при подборе электрозамка. Начнем мы, пожалуй, с того, для чего в принципе люди рассматривают электрозамок для своей входной двери. Первое мнение — это то, что электрозамок — это будет защитой, которая не позволит вскрыть дверь в чистую, то есть подбором ключей как бы не получится открыть дверь. И второе – это для удобства. И само собой эти два параметра люди в своем представлении пытаются объединить установкой дополнительного электрозамка. Я сказал, что электрозамки, я обобщил это как общее понятие. Электрозамки в нашем сегодняшнем видео – это будут как электроригельные замки, электрозадвижки, это будут моторные цилиндры, это будут полностью моторные корпуса замков. Это все как бы абсолютно разные устройства, абсолютно разные как по своим характеристикам, по задачам, которые они могут выполнять, и, соответственно, огромную разницу имеют по стоимости. Вот мы начнем с как бы типа заказчиков, которые рассматривают электрозамок как дополнительную защиту для своей двери. Взять самый такой простой пример, то, допустим, в двери, которая там, ну, чтобы все понимали, там, дверь от застройщика, либо это дверь там с масс-маркета, то есть не, абсолютно недорогая дверь. Если в ней, скажем так, ее доукомплектовать электрозамком, даже там самым простым каким-то электроригельным замком, при этом у нее, само собой, вся секретность двери, она на низшем уровне находится, то в такой двери на несколько порядков выше повысится защита двери в целом. Но если, допустим, рассматривать электрозамок, тот же, допустим, электроригельный замок в двери, которые производим мы, двери взломостойки, начиная там с 4 класса защиты от взлома, которые уже по умолчанию укомплектованы замками, цилиндрами, те, которые либо в принципе нельзя вскрыть в чистую, либо это время будет несоизмеримо с реальной жизнью, чтобы их открыли в чистую, то в такой двери электрозамок на несколько порядков точно не увеличит защиту, как от чистого вскрытия и тем более от силового взлома. Потому что, как мы можем понимать, что самые простые электроригельные замки — это маленький ригелек там с вылетом 20 мм. И само собой, если стоят два корпуса замка вот такого огромного формата, электрозамка могут в принципе и не заметить, потому что он там в принципе был установлен. Второй момент по секретности. Есть типы цилиндров, которые можно установить в корпус замка механически, которые не рассматриваются как цилиндры, которые можно в чистую подобрать там комбинацию, вскрыть. То есть по части секретности это можно решить и механически. Но в то же время есть такой параметр, который в принципе механический замок решить не может. Ну, либо может, но не в такой степени, как электромеханический замок. Это такой параметр, как контроль доступа. Удаленно открыть замок, когда это будет необходимо, допустим, дать кому-то ключи, и при этом человек, придя с ключами, не сможет самостоятельно открыть дверь до тех пор, пока вы ему это удаленно не сможете сделать, либо вы дадите ему какой-то временный код. Также на электрозамке очень просто меняется, как бы, ну, можно поменять секретность, даже если там у кого-то карточка могла появиться, то эту секретность также можно отменить, перепрошить под другие карточки. Но в механических замках это, ну, само собой, все сложнее сделать. В то же время люди, подбирая себе электрозамок, мало задумываются о таком параметре, как автономность электрозамка. Ну, к примеру, допустим, если рассматривать вот такие электроригельные замки, то у них как подается питание, ригель находится в закрытом состоянии. Как только питание на этот ригель пропадает, он самопроизвольно заходит в замок, соответственно, становится открытым. Это тип замков — свободно открытые замки. Такие же, как бы, в таком же корпусе он может быть и свободно закрытый. Но это вот палка с двух концов, примерно равное количество как плюсов, так и минусов. Как вот в частности последнее время
пропадает электроэнергия часто. И, скажем так, человек, придя домой, если у него будет стоять свободно закрытый электрозамок, он просто не попадет к себе домой, это неприемлемо. То же самое случится, если у него вот такого типа электрозадвижка будет стоять, такого типа. Здесь, чтобы она открылась, нужно, чтобы подалось питание, и замок, электрозадвижка при этом откроется. Решается это само собой. Можно установить автономный источник питания, можно установить электрозамок, допустим, электрозадвижку вот такого типа, уже сразу же с управлением, которое будет иметь уже автономное электропитание. И там автономность может, скажем так, быть от нескольких часов до месяца. В таком случае как бы отключение электричества, он в принципе перестает волновать. Немного еще как бы о моменте секретности электрозамков. Их несекретность тоже есть. Есть множество электрозамков, которые можно, скажем так, открыть как автомобильную сигнализацию, можно, перехватив сигнал, сгенерировать его, и при этом электрозамок будет открыт. Его тоже, то, что к этому нельзя прикоснуться, это не значит, что это нельзя открыть. И секретность этих замков также, она варьируется, она может быть вне зависимости от, как бы, от корпуса, она может управляться каким-то примитивным блоком управления, который имеет, соответственно, примитивный код, который можно примитивно подобрать, и при этом замок будет вскрыт. Так и может там иметь несколько уровней шифрования, которые уже не вскрываются, либо скрываются с очень большими сложностями и трудностями. Но вот мы как бы поговорили о секретности. Здесь как бы формат этого всего, если рассматривать дверь с высоким уровнем защиты, то формат всего этого, конечно, желает лучшего. Вот такие два ригеля, они не сравнятся с такими огромными количеством ригелей, как на больших корпусах замков, с заполнительными точками запирания, тягами. Соответственно, можно, конечно, увеличивать количество электрозамков. Я их там поставлю не один, поставлю их два или четыре. Надо не забывать, что каждый электрозамок дополнительный. То это так или иначе дополнительная, прямым языком, точка отказа. Если это один электрозамок и их четыре электрозамка, то, соответственно, вероятность отказа всей этой электросистемы, она увеличивается как минимум в 4 раза. Поэтому об этом тоже не стоит забывать. Естественно, есть как бы безвыходные ситуации, когда нет возможности механически там бегать, открывать дверь. И в таком случае, там, как в офисные помещения, сугубо для контроля доступа, который будет управляться карточками, там, либо с ресепшеном будет открываться. Он будет стоять в первую очередь не для того, чтобы там его ломали и не сломали, а в первую очередь для контроля доступа. Но есть такие ситуации, когда дверь в режиме контроля доступа все равно должна иметь высокий уровень защиты. В таком случае приходится устанавливать и несколько таких замков, либо несколько электрозадвижек, тем самым увеличивая количество точек запирания, и тем самым увеличивая защиту от силового взлома, от отжима. Так иногда тоже приходится поступать. Вот мы как бы говорили в рамках вот таких, это назовем и так, самый начальный уровень электрозамков. Далее можно рассмотреть электрозамки, на мой взгляд, самый оптимальный на данный момент решение для квартир, для контроля управления доступом, для удобства. Это вот можно рассматривать моторные цилиндры. Это тот же самый цилиндр, как и механически полностью, который устанавливается в огромный корпус замка любого формата с тягами вверх-вниз, с системой взаимодействия между замками, когда один замок блокирует ключевое отверстие к другому замку. Все это можно завязать на моторном цилиндре. Плюсы этого всего очевидны в плане количества точек запирания, в количестве вылете ригелей, то есть вообще можно дополнительные девиаторы установить, как я уже сказал, тяги. Все это моторные цилиндры со всем этим справляются, с этой нагрузкой. Из минусов можно назвать то, что это видимая часть, так или иначе, она может так находиться в квартире, выглядеть. Она может вот так выглядеть со стороны квартиры, фактически так, как барашек, практически такой, как стандартный. Все они будут выполнять одну и ту же функцию. Мотор будет крутить и закрывать, либо открывать замок. Они тоже подразделяются на, к примеру, там, на AliExpress продаются, там, не знаю, по $50 или поскольку они продаются. Все такие решения надо не тешить себя надеждой. Естественно, они скорее рано, чем поздно выйдут из строя.
тем самым доставят неудобств. Если это дверь с высоким уровнем защиты, то такой моторный цилиндр заблокирует такую дверь, то это не раз придется пожалеть о той сумме, которая была сэкономлена на нем. То есть из минусов это то, что такие решения уже стоят на порядок дороже, чем мы рассматривали самые простые электрозамки, электрозадвижки. Моторные цилиндры, то есть стоимость у них у хорошего качества, если рассматривать, то она у них уже идет на порядок выше. Но при этом они также, моторные цилиндры, разделяются на способы использования этих цилиндров. Какой-то цилиндр может работать только вблизи находится человек, у которого есть приложение определенное, расстояние действия, Bluetooth, он его открывает либо закрывает. Какой-то цилиндр моторный может быть может работать как вблизи, так и при помощи блок управления дополнительный, хаб. Он может управляться в принципе с любой точки мира. Хаб подсоединяется по Wi-Fi с домашним интернетом и уже передает сигнал непосредственно на моторный цилиндр. Если хаб, допустим, интернета нет и хаб не имеет связи с интернетом, это можно сделать на расстоянии действия Bluetooth. Если все это работает, то в любой точке с телефона это можно сделать. Большим плюсом является то, что когда у цилиндров, у моторных, есть функция журнала пользования. Когда открывался замок, кем открывался замок, каким способом открывался, либо механически, удаленно, либо по Bluetooth. Тоже это, ну, довольно-таки полезно иметь журнал использования данного цилиндра. Также такие цилиндры могут иметь такую функцию, как временный код. Дать человеку временный код доступа на одноразовый, либо на какой-то период времени, либо, скажем так, на несколько раз, то есть по количеству открытия-закрытия, можно дать временный код, и человек, скажем так, находясь в зоне действия Bluetooth, имея приложение у себя на телефоне, может воспользоваться этим кодом и войти. Это тоже большой плюс. Из таких плюсов вот электрозамков мы приближаемся, опять же, по опыту к очень важному параметру, вот именно электрозамков. Это то, что иногда возникает вопрос у людей, вот я там поставлю цилиндр там EVO MCS. Да, то есть это цилиндр, который там 100% не открывается в чистую, ключ не дублируется, безупречное качество, это все как бы не подведет, это все хорошо. Но у меня там либо один, либо трое детей, и вероятность того, что ребенок либо потеряет его где-то на футболе, либо у него его где-то вытащат этот ключ. Менять, допустим, такой один цилиндр, то там на сегодняшний день более 20 тысяч гривен за вот такой новый цилиндр. Также это касается того, что когда, допустим, дома есть помощники, которым тоже приходится давать такой ключ, и этот помощник, да, он не сделает себе дубликат, в этом можно быть уверены, но там по каким-то причинам этот помощник пропадет, и, соответственно, непонятно, где этот ключ. Это тоже, ну, огромный минус и огромный плюс вот в сторону моторных замков. То есть ключи можно, в принципе, не давать. Можно либо открывать удаленно по звонку, допустим, этого человека, либо давать какие-то временные доступы, либо вообще, то есть в каких-то рамках какого-то конкретного времени. В это время он может прийти, уйти, и вы, в принципе, в журнале это сможете посмотреть. Это огромный плюс вот в сторону электрозамков. Вот, допустим, на вот этих примитивных электрозамках, на них, в принципе, тоже можно, если управление поставить такое, которое будет поддерживать журнал, то там тоже можно как бы ввести журнал учета, когда заходили, кто заходил, потому что, ну, карточка может быть индивидуальная. Можно тоже там настраивать какое-то время. Но разница между этим и моторными цилиндрами – это то, что это остается еще и механическая часть управления замком. Греет душу, что даже если вдруг что-то случилось с электрозамком, то всегда можно приехать, открыть ключом. Это на самом деле как бы большой плюс. То, что я сказал, то, что полностью как бы перекроет потребности дома, квартиры. Но, безусловно, если уже рассматривать о самом как бы верхе удобства, конечно, хотелось бы просто, скажем так, подойти к двери, чтобы она либо сама открылась, либо
приложив отпечаток пальца, совсем уже удобно, потому что, ну, может показаться, что да, там ключи не носить, но все равно доставать телефон, запускать приложение, это все равно время. В это же самое время можно достать ключ, повернуть, войти. Вот в этом плане не сказать, что там огромный выигрыш идет по времени, по удобству. Конечно, самый идеал — это когда приложил палец, и это все само открылось. Ну, вот здесь как бы начинает уже идти подразделение на уже, я не скажу, что это там дешево, либо среднее, ну, еще так в меру дорого, но доступно, и совсем уж дорого. Это, допустим, могут быть вот такие комплексные решения, как ручка с управлением, либо код, либо отпечаток пальца и, скажем так, корпус замка. Но здесь вот в отличие от моторных цилиндров, то, что я приводил, это здесь все равно как бы все сводится к корпусу замка, который небольшого, мягко говоря, формата, с не самой мощной фиксацией. Поэтому это тоже как бы приходится чем-то жертвовать. Также есть моторные замки, это уже самый верх, со всеми возможными функциями. Здесь на замку есть возможность подключения абсолютно всех типов управления, начиная от картоприемника, продолжая управление телефоном, продолжая с полной интеграцией к умному дому и заканчивая даже детектором отпечатка пальца, который также может управлять данным замком. Но вот это все, как бы я говорил, в той хронологии стоимости, которая, если вы чем-то жертвуете, вот допустим, как вот с электрозамками, самыми простыми электрозадвижками, вы много чем жертвуете, выигрываете стоимости. Меньшим, скажем так, жертвуете, там, применяя моторные цилиндры. Почему? Потому что моторный цилиндр также требует механического цилиндра. Секретность этого цилиндра, ну, не должна быть какого-то низкого уровня. Все равно нужно рассматривать цилиндровые механизмы, такие как Abloy Protect 2, EVO 4KS. Цилиндры уже топ-секьюрити уровня. Такие, чтобы, скажем так, имея там вот этот весь электрозамок, не забыли как бы о самом главном, как бы и к вам не пришли самым импрессионным каким-то ключом, фольгой не открыли ваш цилиндр. Поэтому здесь тоже, скажем так, стоимость формируется из самого моторного цилиндра, из корпуса цилиндра, ну и также самого замка. В отличие от решения начального уровня, уже, ну, совсем не дешево. Вот эти решения, они, в принципе, соизмеримы как бы по стоимости с комплексом моторного цилиндра, но имеют недостатки вот именно по самому формату корпуса замка. И на самом деле, вот я сейчас тоже такой параметр затрону о внешнем виде. Многим понравится такой дизайн, многим понравится такой дизайн ручки, многим понравится такой дизайн моторных цилиндров, но в некоторых случаях это неприемлемо. То есть, ну, люди не хотят, чтобы у них какие-то торчали пластмассовые ручки, поэтому вот как бы либо этим приходится жертвовать, либо вот уже как самый максимум рассматриваться, да, полностью моторные корпуса замков. Вот эта вся как бы эволюция идет так же самое как бы по стоимости всего этого. Чем-то жертвуешь — платишь меньше, жертвуешь меньшим — платишь больше, ничем не жертвуешь — платишь максимум. И, допустим, стоимость такого замка, ну, там 2500 евро, наверное, будет стоить, а то и больше, с управлением отпечатка пальца, с вот этим совсем-совсем, то есть порядка 2500 евро. При этом, допустим, такой замок можно собрать, ну, там, ну, не за 2500 гривен, а за 5000 гривен. Разница, она там 20-кратная. Если вы ставите задачу как дополнительная секретность, то, поверьте, это все проще решить установкой правильного цилиндра, правильной защиты корпуса замка, правильной защиты этого цилиндра броненакладкой. И это будет в разы надежнее, это будет в разы больше секретность, если там рассматривать какие-то самые простые электрозамки, которые в первую очередь надо не забывать о их ненадежности, то есть то, сколько они прослужат.
и в какой момент они вас подведут. Если вы хотите повысить секретность, скажем так, своей двери, то лучше как бы сконцентрироваться на механической части. Если вы хотите получить удобство от вашей двери электрозамком, механические электрозамки, они уже, конечно, механически в этом проигрывают. Здесь уже надо смотреть на автономность этого электрозамка, формат, скажем так, то, что вы как бы возлагаете, какие защитные свойства на этот электрозамок. Если вы будете закрывать два механических замка и при этом дозакрывать на электрозамок, то это, в принципе, нормально. Механические замки, они будут на отжим очень мощные. Время взлома двери в десятки раз больше, чем, допустим, дверь была бы закрыта на один только такой электрозамок. Поэтому комбинация из такого, да, то есть здесь контроль доступа, здесь, скажем так, защита от силового взлома. Потом далее, если вы как бы хотите объединить и защиту от силового взлома, и удобство, то тогда лучше рассматривать электромоторные цилиндры. Это на данный момент лучшее решение. Опять же, смотря на их, на производителя этого цилиндра, смотря на качество этого цилиндра, об этом тоже не стоит забывать. Если вы хотите уж совсем как бы получить мега удобство, просто приходя домой, там, нажимая ручку, прикладывая палец, нажимая ручку, даже вообще не нажимая, просто приложили палец и замок полностью открылся, и даже защелки фиксатора вам стоит только потянуть на себя, то это рассматривать либо такие решения, опять же, не забывая о втором дополнительном замке, который механически нужно будет закрывать, как бы он будет выполнять функции от силового взлома, этот будет как бы функцию удобства. Но удобство несоизмеримого с электрозащелкой, здесь как бы совершенно другой уровень удобства. Либо как бы не жертвуя ничем, покупать вот такие решения уже по совсем нескромной цене, и уже ни в чем себе не отказывать. Также плюсом максимального уровня замков электромоторных это является возможность полностью автоматического открывания двери. Можно комплектовать дверь дверной автоматикой. Доводчик, который взаимодействует с корпусом замка. Вначале замок полностью задвигает ригеля, затем освобождает защелку фиксатор, освобождает полотно. И затем автоматически срабатывает уже доводчик, который полностью открывает дверь. Там, за задержкой там, в 5 секунд вы заходите, там, либо в 10, и он за вами дверь закрывает. Это уже, естественно, ну, самый пик вообще как бы удобства. Это ну, самый максимум. Но нужно не забывать, что вот это решение стоит больше 2000 евро. Плюс как бы дверная автоматика, она тоже стоит больше 2000 евро. Из этого видео ну, можно такую закономерность соотношения стоимости и полученного результата. Поэтому, как и в принципе, по дверям, по сейфам всегда рассматривается на определенный бюджет, определенный и задача, определенный тот максимум, который можно получить. Если вам будут нужны взломостойкие двери, сейфы, мы находимся в городе Киеве, улица Вискозная, 3Б, обращайтесь, мы с удовольствием вам в этом вопросе поможем. Всего доброго, до свидания.